перемирие всегда – это хорошо. Но это как взять родственников. Они поругались, но все равно рано или поздно сидят за одним столом и пьют чай. Но целоваться уже не будут. Очень жаль, что те родные, которые у нас были, а у нас 80%, по-моему, есть хоть каких-то, хоть косвенных, но есть родственников. Все, что сейчас будет происходить, это будет происходить с оглядкой. Я не верю Украине, но я люблю Украину.